И всем привет, с вами я, Александр Сучков, в данном видеоролике. Сегодня мы играем в выживание в пустыне. Это довольно-таки хороший мод. Я решил его попробовать, ну как мод, это как бы скрипт, просто прописание в ключ генерации мира. В чем прикол? Где-то там, через несколько дней, построится огромное, ну как огромное, ну короче, что-то такое. Ну, или не знаю, в общем, что-то я построю и сделаю. В общем, там будут враги, и все понятно. Ладно. Мы сегодня будем работать с чем? Мы будем сегодня работать с... Именно... с нашим домом. А именно, мы сначала построим стену. Но сначала давайте я помечу там, где я был. Вот. То есть, чтобы... Давайте тогда вот так вот построю как-нибудь. Чтобы хотя бы отличать, что это такое. Так. И у нас есть... Нам дают здесь время, чтобы мы отстроили здесь именно именно свой дом. Так, это несколько дней. Вот мой скин. Ребят, кто его не видел, кто видел, может кто-то видел. Вот мой скин. Наверное, кто-то его все-таки видел. Потому что скин я давно уже сделал такой. Скин Нубаса именно. Вот он, такой скин. Вы, наверное, его все видели. Но он немного заглюченный, но это дело в версии Майнкрафта, а не во мне. Вот так вот. Ладно, начинаем. Значит, что мы делаем? Нам надо построить сразу стену. А именно, мы должны взять блок, который не разрушит наши враги, которые будут на нас нападать. Берем сразу блок, так как у нас есть, ну, несколько дней, чтобы... То есть творческий режим у нас потом закончится. Ладно, мы давайте сделаем... Давайте кирпичную тогда стену. Не знаю, как это будет выглядеть. Давайте все-таки это сделаем все кирпичным. Так, считаем здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Надеюсь, это тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну, 30, ладно. Так, берем кактусы себе, они нам пригодятся. Так, строим стену. То есть, так, это 30. То есть, делаем так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, теперь строим так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, в общем, ладно. С этим вроде все понятно. Это вроде нас никак. Уже ничего не будет такого. Теперь давайте пропишем kill, чтобы узнать, где мы были. Мы здесь были. Давайте теперь пропишем kill и посмотрим, что будет. Так. Прописываем kill. Так. Вот. То есть мы получились где-то, ну, примерно здесь. Значит, здесь у нас будет тоже что-то такое. А именно какой-то дом. Не знаю, где точно это все будет. Но где-то в районе этого вот домика. Ладно. Давайте здесь что-то построим еще. Например, именно здесь будет что-то золотое. Например. Ну ладно. Один. Где у меня песок? Блин, не то. Я случайно взял не тот блок. Так, значит. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я передумал. Мы здесь будем строить именно что-то другое, блин.
Я уже запутался в кнопках, потому что это не Colony Survival. Это другая игра, это Minecraft. Так. Напоминаю, здесь будут именно зомби. И не только зомби, здесь будут, блин. Ну, короче, военные будут. Блин, да что ж я такое путаюсь все с кнопками? Чё, никак не могу привыкнуть. Это не Colony Survival. Вообще, путаюсь почему-то в кнопках. Пипец. Так, значит, у нас получается здесь сколько блоков? 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Все у нас получается как-то вот так вот. Ну, конечно, ладно, можно здесь, конечно, сделать на 5 блоков, но ладно. Пусть будет хотя бы так. То есть, смотрите, если мы прописываем kill, то мы возрождаемся именно здесь, а именно вот. Kill, хобана. Мы уже рандомно как-то. Ну ладно, неважно, это что-то такое, ладно. Хоть что-то такое, ладно. Так, теперь строим здесь то, что мы хотим. То есть здесь у нас будет спавнер наш. О, блин, вечереет уже. Нужно как-то все-таки... 70... 0, 0, 0. То есть все-таки как-то надо сделать так, чтобы, ну, как бы, не было, чтобы этих зомби, потому что они приходят именно ночью. Надо не дать им ночь, потому что если у нас отключится через несколько дней, то таймер есть. Если отключится здесь именно если отключится наш режим, то у нас сразу появится здесь дофигища каких-то, можно сказать, уродов каких-то, которые будут нас мочить. И мочить будет жестко, потому что они ломают блоки. И, в общем, это будет реально жестко. Это такой вот мод. Так. Значит, что дальше? Здесь строим тоже такую, как стенку. Чтобы была. Здесь, значит, такое. Ну, и здесь... Так. Здесь, чтобы нам тут все-таки что-то было. Так. То есть, спавнер у меня будет такой. Вроде все. Так. Ладно, спавнер мы построили, он у нас получился такой, и немного он темный, но это не важно, это мы все исправим в самой сюжете игры, хотел сказать. Ну да, в сюжете игры. Так, переключаемся на кирпичи, мы дальше строим из кирпичей. Именно, так, это сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Именно 10-этажная стена будет, как в Colony Survival я строил. Так, почему-то я уже сколько раз упомянул эту игру, не знаю зачем, не знаю почему, но я ее почему-то напомнил о ней вам. И не только вам, и себе тоже. Ладно. Так, здесь, так как это у нас такая стена, мы строим вот так вот. То есть в 10 блоков. Так, дальше, мы здесь строим дальше. И вот, честно, вот, ребят, следующие видеоролики будут реально интересны про этот мод. Я буду дальше все-таки как-то сразу прям что-то делать с этим модом. Потому что, когда у меня закончится время, тогда будут зомби. И не только зомби, но какие-то и супер-зомби. То есть у них будут и автоматы, и пистолеты. И они будут, короче, супер-возрождаемые, и хрен убьешь. В общем, это как бы боссы. Вот в чем прикол мода. И, в общем, так как это неправильный мир, а именно мир со спавнерами, именно этих мобов, которые супер-зомби, в общем, это будет просто жестко, честно, ребят. Я просто на видео видел, как один парень так делал, но я не знаю, еще попробую. Точнее, как сейчас попробуем. Мы сначала строим от них стены. Я не знаю, я успею до отключения? Я должен еще дом свой построил, где будет еда. Потому что нам все-таки надо будет выживать. А так как в пустыне, это пустыня самая сложная. И к тому же мир этот плоский я поставил. Будет немного здесь сложнее выживать. Но я плоский поставил потому что здесь как бы... строить проще. То есть не надо что-то выламывать, и все-таки быстрее получится что-то построить. Но с припасами, конечно, здесь минус. Потому что в плоской карте вряд ли вы что-то найдете из еды. Ну, конечно, есть поселение, но
поселений здесь нету, честно, ребят. В общем, прикол мода. Здесь нет всяких жителей и всяких этих. Да, здесь есть какие-то ваши помощники, которые после каких-то волн, вот этих вот суперзомбей, когда они проходят, к вам приходят какие-то, ну, типа, ваши союзники, в общем, что-то типа того. Если честно, я не знаю, я первый раз вижу такой мод на Майнкрафте, именно на мод 1.8.9 Майнкрафт. В общем, довольно-таки этот мод хороший, в общем, советую его скачать. Ссылка будет в описании под этим видеороликом, в общем, очень интересный мод. Еще раз повторяю, блин, уже его разрекламировал, пока говорил. Так, ладно. То есть, что мы сейчас делаем? Кто не понимает и кто все-таки именно включил видео с этого места? Мы строим огромную, ну как, колонию, я не знаю, не колонию. У нас здесь будут дома с припасами, со всеми делами. В общем, мы здесь будем делать какие-то стены, в общем, что-то будем делать. И у нас будут союзники, которые будут жить в каких-то домах. То есть нам надо для них поставить кровати, но не сейчас. Но это потом все будет. В будущем, в будущих частях данного прохождения игры. Я не знаю, здесь конца нету, вроде бы, но я не знаю. Попробуем. То есть у нас как бы тоже появляются здесь колонисты, как в Colony Survival. Блин, зачем я это сказал? Ну ладно. В общем, здесь также получаются колонисты, но колонисты непростые. Они... кто бойцы, кто какие-то лекари, кто этот, в общем, как в пещере Майнкрафтеров. Так, вот теперь вопрос, вот вы, наверное, хотите задать, где будет выход из этого всего? Да, я здесь еще, если успею, самое главное здесь все-таки как-то это все построить, я здесь поставлю какие-то окопы все-таки и залью их не знаю чем, или лавой, или водой, ну лучше, наверное, лавой я это все залью дело. Или водой, я не знаю. Водой или лавой. В общем, надо мочить зомби. Это главное. В общем, я как-то буду что-то делать с этим. Я не знаю, что. Я, короче, это все здесь сделаю какие-то окопы, чтобы они все-таки, эти зомби, здесь, как бы, залагали. Ну, как залагали. Просто прыгали в эти окопы. Но так как они, ну, двухблоковые, то есть они из них не выпрыгнут. А именно эту карту они ломать не могут. Они именно могут ломать только мои построения и убивать только меня, заметьте. Ну и моих колонистов, которые будут. Вот так вот. То есть это можно подключить к серверу Майнкрафта и играть с этим совсем с друзьями. Ну не знаю, в общем, посмотрим сейчас. То есть нам главное не дождаться ночи. Таймер есть. Мы ждем, пока что у нас отключится режим творческий, и мы сразу уже приступим к ночи, потому что если отключится режим, то мы не сможем поставить таймсет. А именно, если мы не поставим таймсет, то будет просто нам жопа. Заспавнятся мобы зомби, и они от света как бы... От света они не исчезают, они ничего не сгорают, ничего. Кстати, ребят, что это за постройка? Давайте все-таки долетим до нее. Меня удивляет. Наверное, я далеко не улечу. Но я тут близко буду, ладно. Вот. Что это такое? Нет, все-таки далеко я уже летел. Но я думаю, не потеряюсь. Так. Здесь можно посмотреть. Блин, что-то залагало. Тут какой-то колодец. Там сделали тут. Но здесь как бы без подстроек, потому что я не знаю, что это колодец. И что он здесь делает. И он... Или... И один ли он вообще здесь? Или там спавнер? Хз, посмотрим. В общем, здесь, чем больше у вас будет колонистов, ну, так же, как вы поняли, где в Colony Survival. Короче, в Colony Survival, да. Тут также зомби будет. То есть, чем больше мы будем делать колонистов, тем больше у нас будет зомби. А именно, мы будем проигрывать, да. Мы будем жестко проигрывать. Им, потому что они ломают блоки абсолютно все. Я не знаю про каменные блоки, но по видео одного парня, я его видео не буду скидывать, потому что это, ну, вы понимаете, то что это нельзя так делать, скидывать чужие видео. Ну ладно, в общем, не знаю. В общем, в чем прикол, я просто на словах скажу то, что он сделал.
Он построил типа такой же, как у меня, только он сделал стены из дерева. И, в общем, зомби ломают дерево, да. Про камни не знаю, но у него было одно каменное здание, и вроде оно не сломалось. И поэтому я решил, почему бы не сделать все это из кирпичей. Почему не из цветных, блоков? Потому что, ну, честно, ребят, я не знаю, будут ли цветные блоки ломаться. Потому что цветные блоки, это как бы, я не знаю, это не камень, вроде бы. А кирпич все-таки можно как-то получить из камня. И это же камень, да? Кирпич. Или, может, я ошибаюсь? Я не знаю просто. Посмотрим. Нам главное построить стену, а остальное не важно. Мы больше вылетать отсюда не будем какое-то время, пока у нас запасы не закончатся. Так, там еще одно, что ли? Как так? В общем, какие-то водяные штуки есть здесь. Типа как, не знаю, как назвать их. В общем, такие штуки, колодцы, да. Это будут колодцы какие-то. Так, уже вечер, походу, значит, наступил. Почти что. Это заметно по блокам, они стали темнее немножко. И да, и походу это вечер. Нельзя допустить, чтобы у нас был вечер. Потому что если будет вечер, это будет жопа нам. Честно. Так, ломаем кактусы, они нам не нужны. Пока что. Так, все, мы построили все, что нам нужно. Вот так вот будет выглядеть наш город. Но это еще не конец, потому что мы здесь будем строить вот такие вот штуки. Это как будет у нас, ну, не знаю, про королевство, но что-то типа королевство у нас точно будет. И это будет весело, думаю. В будущем я здесь поставлю как-нибудь каких-нибудь колонистов, бойцов, которые лучники будут убивать этих зомби оттуда. То есть за каждого зомбя мы получаем какой-то опыт. И, в общем, получаем новых колонистов. В общем, как-то так. То есть колонисты могут тоже... Короче, колонисты — это боты. Простым словом могу сказать. В общем, они могут строить что-то. Они могут что-то... Ну, прокопать я не знаю. Ну, в общем, они могут в шахте копать. Ну, это не точно, я не знаю, что они могут делать. Но они могут строить дома и собирать то, что мы едим. Пшеницу, например. И все. Так, вроде все. Давайте тоже это как-нибудь украсим. Вот то, что вот это мы построили здесь. Давайте вот так вот как-нибудь, я не знаю, так вот тоже сделаем. Думаю, так будет красиво. Как вы думаете? Думаю, да. Вот. Что у нас получилось? Довольно-таки красиво у меня все это получилось, думаю. Так, опять вечер, почему? Я же таймсет прописал. Эй! Капец. А что случилось? Что-то потемнело, потемнело. Нет, вроде небо синее, но как-то стало темно. Странно. Ну, мобы это не спавнились, надеюсь. Что-то какой-то глюк произошел. Только что. Нет, никого вроде не спавнилось. Надеюсь. Так. Будет у нас мини-домик. Да. Так, приступаем к постройке зданий. Мы сегодня дальше будем строить здания. Наверное, успеем, а все остальное будет в следующей части. Так. Ладно. Нам нужно построить здание, нам нужны двери. А двери где у меня? Есть вообще двери? Двери. Вот двери. Обычные двери. Ой, нет, не туда. Вот. Чтобы мы могли все-таки выходить как-то. Так. Вышли из спавна, все. Надеюсь, я там буду спавниться вообще или нет. Давайте килл пропишем. Давайте я уберу как-нибудь. Отсюда. Так, давайте килл пропишем. Вот килл. Kill. То есть я рандомно буду спавниться, но не очень далеко от моего королевства. Да, немножко я спавнился не там, где надо, но со временем я это все как-нибудь исправлю. Здесь давайте все-таки какие-нибудь
поставим такие штуки, от которых можно все-таки выйти. Отсюда, то есть, будет две двери. И там будет лестница. Давайте здесь. Все-таки я не знаю, что будет. Честно. Давайте здесь пока что поставим на какое-то время двери. Так, нет, давайте вот так вот. Вот. И давайте здесь поставим лестницу. Ну как лестницу, просто потому что мы поставим. Надеюсь, все норм. Будет работать. Так, здесь получается у нас что-то еще должно быть. Дверь что ли какая-то или что? Ну похрен, ладно. Здесь, значит, мы уже строим такое, какое у нас будет потом. Значит, мы берем обычный блок. Строим здесь какую-то такую мини или... Не знаю, как назвать. Мини, не мини. В общем, такую вот хрень мы будем строить. Вот, лестница. И будет она у меня в три блока. Это лестница. Почему в три? Я не знаю, почему в три. Просто хочу три блока. Что это дело? Все. Так, я не знаю, почему у меня получилась ночь, но я думаю, там никто не заспавнится, потому что никто ничего не ломает пока что. Или ломает, но я этого не замечаю. Не знаю, вот так вот. То есть получается вот, если мы даже спавнимся здесь, то мы сможем сразу, хопа, зайди сюда. Оба-на, хопа, лестница, спускаемся. Кстати, ребят, здесь можно еще лестница, у меня же есть ступеньки. Точнее, были. Где мне деревянные ступеньки? А где ступеньки? Вот они. Деревянные ступеньки. Так, значит, здесь ставим что? Ставим здесь что? Вот это вот. Блин, что делать? Во. Так. Получается как-то так. Придется, наверное, здесь еще один блок ставить, потому что здесь что-то как-то некрасиво стало. Так вот давайте. Это можно ведь сломать, да? Надеюсь, да. Надеюсь, на нас игра не будет ругаться за то, что мы сломали там что-то. Так. Так. Все. Ой, я уже сломал эти ступеньки. Блин. Ну ладно. Сейчас все сделаем. Где у нас были ступеньки? Берем ступеньки. Теперь берем вот эту штуку, ставим здесь ступеньки и теперь вот так вот делаем. Дальше ломаем здесь эти блоки. Все, у нас ступеньки готовы. Теперь ставим здесь у нас вот эту штуку. Забор. Забор. Темно что-то как-то, я не знаю. Странно даже как-то. Темно, никто не идет. Не знаю, или это начало какого-то мега-апокалипсиса уже началось. Но я не уверен. Никого еще нет. И режим еще не отключился. То есть у нас вот так вот получится. То есть мы даже если будем здесь, вряд ли мы будем здесь, конечно, но вообще, во всяком случае мы уже будем знать, что делать. Ну, если честно, я бы тут еще, конечно, построил кое-что. Вот тут вот. Давайте это все сломаем. Так, значит, раз. Блин, никак не получится, нет. Зря ломал. Ну, хотя нет. Возможно, все получится. Блин, не так. А, ну по-любому, ладно. По-любому. Все получается как надо. Нет. Теперь да. Надеюсь. Я не знаю.
Получается как-то так. Вот. Так. Все? И, наверное, все. Здесь, конечно, что-то странное, но... Ладно, вот так вот. Пусть будет тогда. Ну, хотя... Так вот можно сделать еще. Для красоты. Странно. Что-то поменялось. Давайте оставим все как было. Хотя нет, давайте. Так. Все. Пусть будет так. Все-таки так безопаснее, мне кажется. Так, никто пока что там не бегает. Хотя, нет, надеюсь, это кактусы. Не зомби. Ладно. Так, думаю, все правильно. Так, выходим отсюда. Здесь вот так вот красиво я сделал. Так. И я хотел здесь как-то промоделировать, что ли, в какую-то такую штуку типа искусственного света, но я думаю, у меня так не получится, чтоб у меня именно всегда день был. Но я думаю, у меня так не получится. Хотя можно было бы пробовать. Именно давайте возьмем блок какой-нибудь такой интересный, которым мы все это будем делать. Хм. Я даже не знаю. Ну, можно, конечно, было бы взять такой вот голубой и построить как-нибудь, я не знаю, здесь вот. Так вот. Ну, я думаю, нет. Получится не очень красиво. Хотя, возможно, все получится. Я не знаю, посмотрим сейчас. Как это все получится. Вот. Что из этого получится? Вот. То есть у нас... Но минус в том, то, что здесь будет тогда, наверное, какие-нибудь зомби или кто-то еще. Ну, ладно. Их, наверное, замочу. Всех, если получится, конечно. И уже буду делать все остальное. Так. То есть у нас это как бы будет искусственное небо, которое будет нам давать искусственное солнце, из которого мы будем что делать? Мы будем из него что-то делать. То есть мы будем жить как бы в своем мире, именно в своем мире, что-то там копать, если получится, конечно, что-то будем прокапывать, что-то будем строить, и я думаю, этой территории нам достаточно хватит. Я не знаю, насколько нам ее хватит, но, наверное, на видео выживание хватит. Кстати, ребят, ночь начинается, давайте мы все-таки поставим здесь эту штуку. Наверное, ничего такого не будет. Кстати, почему я выбрал именно такую карту? Именно на карте пустыня нету дождей. Стоп. Почему так потемнело опять? Не знаю. Странно очень. Очень какая-то туча, что ли, я не знаю, или что такое. Я не знаю, мне это, честно, не нравится, вот такое небо. Или это начало какого-то апокалипсиса начинается? В чем я не уверен, этого у парня не было. И может это что-то глюк с модом, что-то, или не знаю. Или еще кто-то напишет в комментарии: ой, ты не знаешь, что такое ночь, ты не знаешь, что такое это. Я знаю ночь в Майнкрафте, но я что-то не уверен, что это ночь. Это или дождь? О, кстати. Все, солнце пришло, видимо, дождь был. И вот у нас все заменилось опять на наши светлые штуки. То есть тучи ушли. Видимо. Так, дальше. Вот как это у нас получается. Да, у нас появился зомби. И там тоже. И крипер. Хотя хз, почему крипер, но он может нам все попортить. Но мы все потом поделаем, подделаем там,
чтобы никаких криперов, никаких монстров не спавнилось у нас в ночи. Потому что не хотелось бы, чтобы у нас ночью кто-то там бегал в домах или где-то. Надеюсь, у нас никто ничего не проломает. Или это заспавнились какие-то другие зомби, я не знаю. Но так как у меня творческий режим, я не могу пока что это. Еще раз повторяю, в чем прикол этого мода? У меня сейчас стоит режим выживания, то есть у меня не стоит режим именно творческий. И поэтому я как бы творческий на время. Как бы там стоит таймер, и мы спокойно можем пока что строить. Пока у нас есть время. Когда время заканчивается, у нас перестраивается игра на именно выживательный режим, и мы уже начинаем выживать против каких-то зомби. Не знаю, против каких, но там будет и свино-зомби, и какие-то еще зомби, и мега какие-то зомби, и, в общем, будет просто жопа, там будут боссы, монстры везде, взрывы, как показано было в трейлере этого мода. В общем, там будет жопа. Не знаю, как это у меня будет в игре, но попробуем, во всяком случае. Во всяком случае, мы все это попробуем, протестируем данный мод. Но самый прикол то, что это мод не полной версии, потому что полной версии он еще не вышел, это только демо-версия данного мода. И пока что под демо-версией все довольно-таки круто сделано. Не знаю, что будет в полной версии, наверное, что-то реально крутое, но пока что, наверное, мы этого не увидим. Но, наверное, уже ближе, не знаю, к осени, наверное, или к весне, ну, точно не к зиме, выйдет уже полная версия. Наверное, осенью, наверное, в сентябре где-то выйдет, наверное, полная версия. Ну, я не уверен, я просто говорю, но там постоянно что-то выходит. Там какие-то, ну, не дополнения, какие-то такие обновления мини. У них есть свой сайт данного мода, они именно делают скины, у них можно скачать любой скин, они также делают свои моды. Например, да, они делали мод на Adventure Time, время приключений мод, где весь мир становится каким-то, ну, в общем, из Adventure Time, а также они делали всякие другие моды, которые, ну, довольно-таки интересные, да. Вы сами можете посмотреть на сайте. Мод называется «Выживание в пустыне». Так я назвал свою карту. То есть выживание... Погуглите, как там будет переводчик. Будет survival. Пустыня будет как. Я как-то в название. Там имена какие-то буквы оставлены и не вспоминал. Я просто скачал. Все. Там survival какой-то мод. И версию данного мода. Посмотрим, что будет. Все, вроде мы построили какое-то искусственное небо. Не знаю, как у нас это будет все дело выглядеть. Давайте проверим, как это у нас это все будет выглядеть. Сделаем все и проверим. Так, в общем, смотрите. Так, строим дальше. И все. Теперь уходим сюда. Все. И теперь у нас здесь просто сборище. Можно сказать, тусовка зомбей. Каких-то непонятных, ну, не чудовищ, я не понимаю даже кого. Каких-то, короче, сборище уродов, да. В общем, это выглядит довольно-таки круто. Мы собрали дофига зомби, скелетов, пауков, а еще и криперов в одном месте. Да, еще мы можем открыть дверь, и оттуда выйдут еще зомби. Охренеть, как это круто. Ладно. Ну что ж. Так, значит, что? Теперь мы ставим здесь факелы. Не знаю, почему факелы, но можно, конечно, другой. Давайте проверим, как будет работать, например, тот же лампа. Я не знаю, как будет работать лампа, но давайте проверим. Все-таки как-то рычагом. А как это будет работать? Давайте поставим сюда вот эту штуку. И поставим здесь рычаг. Вот. У нас вот так вот будет работать лампа. Но этого пока что нам не нужно. Так, нам именно нужна сама эта штука. Ставим здесь вот эту штуку. Это у нас будет как, ну, не знаю, про солнце, но ну, что-то такое будет. Строим здесь. Ставим здесь. И ставим
здесь. Вот. И теперь мы ставим все, всем к этим штукам. Падай ты уже. Достал. Так. Теперь мы строим здесь огромный такой выключатель, которым мы будем регулировать все это дело. Так, давайте он будет идти откуда-нибудь. А, по стенам нельзя, да? Ну окей, круто. Мы не можем это по стенам сделать. Или именно по кирпичу мы не можем это сделать. Нет, мы не можем вообще это сделать. Так. Как же быть? Так. Как же быть? Так. Что мы делаем дальше? Значит, что делаем дальше? Давайте не здесь это все делать. Давайте это все я сломаю. Где-то... Так, значит, что мы делаем? Так. Окей. Ладно. И теперь что мы делаем дальше? Значит, мы ломаем до конца вот эти все блоки, которые мы сейчас настроили. У меня есть другой план по построению всей этой хрени. Так. Идем сюда. В общем, смотрите, что я придумал. Я построю здесь лампы на... Именно на заборе. И будет это выглядеть как-то так. Сейчас посмотрим. Такой вот обычный этот. На нем блок находится. И от блока именно от этого идет... Странно, странно, странно тогда. Непонятно, как это делать. Как же это сделаю? Скажите мне, пожалуйста. Так. Так тогда. Так тогда. Надеюсь, у меня все это будет. Так. Не знаю, как это будет работать. Сейчас проверим просто на этой хрени. Ставим эту штуку. От нее идет эта штука. Которая включает все штуки в этом городе. Да, так вот стоит эта штука. А, именно Redstone. Да отойди ты уже отсюда! О, с лопатой зомби. Ну так. Так. Дальше строим сюда. Здесь ставим тоже блок. Дальше идем дальше. Ставим редстоун. Извиняюсь, там что-то не попало, ладно. Так. Так. Если вы не поняли, все эти зомби уберутся, когда я закончу свою постройку. Пока что они меня не замечают. Ну, как бы, они меня, конечно, замечают, но им пофиг на меня. Да уйди ты уже отсюда. Уйди отсюда. О. Так. Значит. Так вот. Да вы задолбались ходить. Так, и это все будет делаться вот сюда. Ой, ну ладно. Плохо. Так. Ну, допустим, ладно, до сюда. Рычаг. И у нас ни хрена не работает. Почему-то. Так, почему не работает? Может, я что-то не так сделал? По идее, он должен работать. Или может, слишком
дофига редстоуна. Я не знаю. Давайте после каждой этой штуки ставим тогда, я не знаю. Не знаю, я как-то не доверяю всем этим технологиям. Раздолбайтесь, хоть честно. Ломаем редстоун. Он нам здесь не пригодится. Да задолбали вы здесь ходить, ненавижу монстров. Так. Надо избавиться как-то от монстров. Но как от этого сделать, я не знаю. Поэтому мы ломаем опять редстоун. Потому что у меня что-то там не сработало. Хотя это должно было сработать, включить, этот рычаг должен был включить именно 4 мои лампы, и они должны были освещать именно этот мой, ну как сказать, бункер. Да. Но он этого не делает, не знаю почему, но он просто этого не хочет делать. Не знаю, правда, почему. Вот почему он так делает, даже не знаю. Почему он не хочет, чтобы я пользовался светом здесь. Задолбал ты меня. Так. Зомби только мешает строить. Да блин. Я всегда задумывался, ну, вот когда играл, в детстве, например, ну, я играл в Майнкрафт, я всегда задумывался, как они запихнули в Крипера создатели вообще динамит. И почему они решили так сделать? Ну да, я понимаю, там, они придумали, ну ладно, зомби, ладно, скелеты, пауки, ну, Крипер, как может такое придумать, что у какого-то монстра он был не монстром, а именно каким-то динамитом. И почему он именно взрывается, когда его бьют, а не просто так? Это всегда я думал. Это я всегда этого не понимал. Вот честно. Я сколько думал, я так и не понял. Почему именно создатели создали Крипера? И почему он такой стал, ну, как сказать, ну, не опасный? Почему именно он с динамитом, а, например, не с тем, не же, не знаю, с чем. С чем-нибудь. Зомби-то нет? Зомби. Эй, зомбак. Давай, гори. Ха! Испытание для тебя устрою. Удачи. Вечеринка продолжается. Эй, впусти меня. Впустил. Я зомба впустил. Все, гуляй дальше. Хы. Я спас зомби. Прикольно. Хочешь туда? Ходи. В чем проблема? Ходи. Давай. Я открыл дверь. Ходи. Все. Гуляй. Так, дальше. Значит. Давай. Еще один захотел. Окей, окей, выходи. Выходи, выходи. Прятался сразу. Давай, выходи. Все. Испугался туда ходить. Ой, пропустил один. Ну как пропустил? Нет. Я, конечно, не пропустил, но просто так неправильно поставил. Вот. Так, ладно, пошли дальше. Тут домики тоже. Кто-то есть. Кто зомбы. Крипер вышел. Так, и здесь у меня будет именно такие штуки. Зомбы, идите отсюда нафиг. Это мой домик. Эндер.
Только посмотри, что-то взять. Тобе пизда будет. Понял? Эндермен. Блин, хоть бери вот этот вот админган. Вот он. Прям мочи их. Честно. Ой. Ой, я блоки свои сломал. Блин. О, нифига я сломал все. Так. Оба-на. Сразу смотрите, сколько убил. Даже чуть-чуть дофига. Ну, неважно. Хоть сколько-то. Смотрите, они пошли, все. Конец. Проверка за зомби. Во, все. Ха, уходи. Нет, я не пойду. Я не хочу. Да что там происходит? Я не понимаю, почему там все бегают в огне. Блин, блин, я потерялся. Блин. Так, ладно. Прикололись. Хватит, дальше строим. Они вошли? Эй, мы тоже хотим. А вам не надо. Да-да-да-да-да. Лаву, 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 лаву. Надо сюда лаву. Так, горите. Гады. Вам сюда нельзя. Как убить? Ни хрена их стало еще больше, походу. Так не кажется? Я отошел на 5 секунд, а они уже опять появились. Я сломал свой блок. Опять они решили выйти. Удачи! Так. Эндер стоит здесь. Тут еще, конечно, можно построить что-нибудь. Но я не уверен, что это будет работать. И это не стоит. Эй, вы что делаете? Я вам сейчас тут этой хрени найду. Кстати, ребят, что, кто за то, чтобы я все здесь залил лавой? Это будет реально очень даже больно. Если все здесь будет залито лавой. Да и копать в блоки не надо как бы. Ой, ведро выкинул. И светло будет. Блин, ты гадина. Гадина. Ты что делаешь, Питер? Тебе конец. Давайте все здесь забьем тогда. Именно. Именно этой штукой. Погнали. А потом мы уже будем разбираться, что здесь как делать. Я именно выбрал лаву, потому что именно от лавы. Погнали, да. И можно ставить спокойно. Лаве пофиг на бога. Горите. О, сразу смотрите. Это какой дуал килл. Это не дуал килл, это офигенный килл. Это просто пипец какой килл. Во. Ну это ладно, это я уже... Себя, конечно, но ладно. Вам конец им. Они не подходят, умные. Смотри, я так умнее. Зато светло стало. Всегда будет светло. Я
в будущем решил убрать просто. Эй! Я же забыл то, что... Конечно, конечно, блин, я же забыл то, что это все горит дело. Как же я так мог забыть об этом? Вот как я так мог забыть? Это я уже загнул, конечно, ладно. Зато это сгорело. Ну что? Лестница сгорела. Ну и хрен с ней. Здесь все горит. Просто пипец как горит все. Поэтому я буду строить дальше. Сейчас тут будет медленно лава растекаться и будет прикольно очень. Мачи зомби! И посмотришь, кто останется. Ведьма, беги! Ведьма! Ведьма! О нет! Ей конец! Ей конец! Ей просто конец! Я ей дал два блока. Два блока и конец. Ей конец. Она пошла еще туда, блин, капец. Крипер, крипер. А ему тоже конец. Крипер, тебе конец. Останется только одна ведьма у меня. Ха, прикольно. Зальем это все дело лавой. О! Все-таки она куда-то решила отойти. И все, ей конец. Настал ведьме конец. Ну и правильно. Нифига тут. В моем домике. Зато у меня все здесь выгорело. И это очень грустно. И здесь один этот остался. Че, гад? Тебе конец. Только попробуй вылезти отсюда. Ничего. Она горит, но нет лавы. Хм. Странно. Как это так сделано? То есть шерсть горит, но нет лавы. Странно, странно. Ладно. Ты что, еще живая, что ли? А, ведьма же не горит, точно. Как я мог забыть, ведьма, вы же не горите. Сжечь ведьму. Они не горят, они даже им посрать на лаву. Они просто, смотрите, они даже в ней плавают. Пошла нахер отсюда. Она мне что-то хочет предложить, что ли, или что такое? Надо в нее чем-нибудь стрельнуть таким. Ну ладно, это потом все. Или она что-то пьет, или я не знаю. Они пьют что-то. Лечебную какую-то хрень. Да, они пьют ее. Надо, короче, что-то такое. Давайте лук. Лук. Оба-на. Оба-на. Есть. Оба-на. Оба-на. Я не знаю, почему не долетают стрелы, но они у меня долетают. Очень прикол. Да. На. На. Тебе конец. Да. Оба-на. 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 Все-таки здесь остались. Так, ну ладно. О, ночь. Ночь. Заспавнился там. Но нам главное доделать свое дело, которое мы задумали здесь. Но жаль то, что мы здесь не... Ну, давайте застроим дальше то, что мы задумали здесь делать. Так. Где у нас наш блок, который мы все строили, делает это. Все застроим сейчас. Кстати, у меня в доме еще остались
зомби. Я не знаю, как их оттуда выгонять. Той же лавой, наверное. Потому что их мочить очень долго. А админскую хрень я не хочу использовать. Потому что это, во-первых, то, что не пропадают у меня блоки, а их уничтожают блоки, и это минус, конечно же. Так. Ладно, ладно, ладно. Так вот. Давайте сейчас это застроим и закончим все это дело на сегодня. Остальное все будет просто уже без звука, то есть я не буду ничего говорить, просто просто поставлю на 50. Ну, даже не на 50, я так и оставлю громкость. Я просто так сделаю. Так, все. То есть никто даже не увидит, что там находится. Так, все, ребят, мы застроили. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Лубас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока. Ну, мы продолжаем строить это все. Не забывайте, то, что я сейчас отключу просто звук и все. В общем, ребят, наверное, вам понравилось. Все, я отключаю веб-камеру и звук. В общем, все.
Right.